Здравствуйте, друзья! Настой листьев барбариса обыкновенного. В эмалированную посуду помещают 1 столовую ложку измельченного сырья, заливают 1 стаканом горячей кипяченой воды. Готовят на водяной бане 15 минут, закрыв посуду крышкой. После охлаждения при комнатной температуре процеживают и отжимают. Полученный объем настоя доводят до исходного 200 мл кипяченой воды. Не более 2 суток можно хранить настой в прохладном месте. Принимать 3-4 раза в день по 1 столовой ложке. При заболевании печени и желчных путей в качестве противовоспалительного и желчегонного средства. Будьте здоровы!